детская площадка существующая, мы ее полностью меняем. То есть для самых маленьких, для постарше, которые у вас существующие, буферная отсадка, озеленение, и дальше начинается очень интересный класс. В парке 1 мая планируют возродить футбольное поле, причем по всем соревновательным стандартам мини-футбола. В этом смысле тут вполне себе соревновательное поле появляется. Вокруг стадиона смогут сделать беговую дорожку, а еще планируется установка баскетбольной площадки, скейт-парка с памп-треком, зоны воркаута, а зимой сделать лыжню. А вот так могут выглядеть будущие концертные подмостки. Стилизация под летнюю открытую сцену парка народного гуляния «Господ Морозовых». Реплики старинной архитектуры будут угадываться во входных зонах, беседках и главном павильоне. Мы очень внимательно изучили историю этого парка и как раз старались архитектурно воссоздать вот то, как оно было во времена Шаляпина. Потому что он действительно здесь выступал. Есть все эти фотографии, свидетельства. Это пока только концепция благоустройства будущего парка. Сначала проектировщикам необходимо защитить ее на экспертном совете при Министерстве благоустройства Московской области. Только при положительном результате начнется проектирование. В этом году парк станет участником всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды.